Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Карпенко Илья, мастер спорта международного класса по киокусинкай. Занимаюсь 25 лет этим видом. Каким должен быть судья в судействе вот именно в нашем киокусинкай карате? Каким вы увидите настоящим? Судья должен быть прежде всего непредвзятым, который будет постоянно обновлять свои знания, выезжать на различные турниры, получать опыт судейства не только у себя в городе, в области, в республике, а выезжать за пределы своего города, своего края и получать необходимый опыт за его пределами. Вы, наверное, обратили внимание, очень часто на соревнованиях секунданты ведут себя, скажем так, не совсем подобающим образом. Какие бы вы дали рекомендации секундантам, что они должны делать и чего они не должны делать? Ну, прежде всего, секунданты должны понимать, чем мы занимаемся, чем мы должны отличаться от других видов единоборств. Что у нас все, в принципе, строится на уважении, на дисциплине, и нельзя ни в коем случае оценивать, высказываться, осуждать действия рефери, действия судей. На то есть конкретные сводки в правилах, что если вы не согласны с каким-то решением, всегда вы можете написать протест от представителя команды. И таким образом решать свое недовольство, а не надо это выпячивать свое поведение вблизи татами. Вы можете таким образом подставить и команду, и спортсмена, вплоть до того, что снимут команду. И снимут спортсмена, который отдал много усилий, труда для того, чтобы приехать на соревнования, выступить. Вот таким образом. Какие у вас планы на ближайшее будущее именно в карате? Ближайшее будущее у меня, в ближайшем будущем планы следующие. Хочу выступить на чемпионате мира абсолютной весовой категории в ноябре месяце этого года, 2019-го, быть полезным для нашей сборной и как можно больше пройти оппонентов иностранцев. Как-то так. Что для вас киокусинкай карате? Ну, одним словом не скажу. Киокусинкай карате для меня — это выстроенная дисциплина, выстроенная система, которая реально работает. Система воспитания личности, основанная на физическом развитии, нравственном развитии, и которая очень полезна для нашего общества в наше время. Потому что многие единоборства не воспитывают те качества, которые воспитывают киокушинкай. Именно уважение друг к другу, да, поддержка друг друга. Вот эти, наверное, моменты очень важны в наше время, которые не везде есть, не во всех видах спорта далеко. Ну, еще раз повторю, они очень много аспектов затрагивают физического развития, нравственного. Я желаю вам успехов. Мы за вас всегда болели, болеем и будем болеть. Все будет у вас хорошо. Мы с вами. Ос. Ос.